палочка Нью-Лайн, 0,1-2 грамма. Приехал на речечку, буквально минут на 15, на 20. Посмотреть, как здесь чувствует себя белый хищник. Если он себя чувствует плохо, то поеду домой. Такую колебалочку маленькую поставил, микрушечку. Да нет, что будет? Опа, есть, красавчик, красавчик. Есть, ребята, есть. Микроколебалочка. И красавец тригуб. Да трофейный размер, япона мать, а. Да трофейный размер. Эй, стой, 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 подожди, я тебя сфотографирую. Вот такой красавчик, вот такая громила. Да, и утянул, бать, и все, и... Все, иди, иди. Красавчик. Красавчик. Так, друзья, поменял цвет, поставил вот такую вот микрушечку. Оп, есть, ребят, есть. Вот он, палочка Нью-Лайн, на хорошем хищнике. Вот так, это вот красавец, красавец. О, есть, вот такой это вот, видите, он как взялся, интересно. Все, заглотил. Все, зацепился. Но не самый большой, нет. Брюхи полные у них, что у первого, что вот у этого, полные животы, набиты мальком. Рыба такая с характером, приманочка раз-два светанулась, все, меняет цвет. Опа, это кто это? Синявочка, синявочка, ага. Горчак. Вот горчачек такой клюнул на блесеночку, видите. О, вот такой вот красавец. Оп, есть. Вот такая вот попалась за пузо, забагрилась. Оп, иди, синявочка. Горчак. Горчак. Да, можно было лодочку брать и на лодочке здесь, конечно, проходить. О, какие там стайки заходят. Их не видать просто так. Там шикарные экземпляры ходят такие. Белого хищника. Но все вдалеке. Туда лайте, колебалочку лайтовую, но я уже не буду переобуваться, как говорится, на ходу. Буду ловить на Нео. Так, ну попробую такую тебе колебалочку, друзья. Вес у нее 2 грамма ровно. Такая, знаете, утяжеленная, так скажем. Вот она летит туда, куда мне и опа, нужно. Поклевочка была тут же. Тут же была поклевочка на нее. Сопровождали сейчас блесеночку такие кони. Два огромных коня. Елки-палки. Я что-то это... Досмотрелся, там гуляет рыбка. И тяну быстренько, выматываю, а не за ней. Походу я
не так все сделал, как надо. Опа, есть. Есть, друзья, есть. Вот, по-моему, один из тех коней и взялся. Они как раз в ту сторону шли. Ох, ох, красавчик. Красавчик. Хороший экземпляр, ребят. Очень хороший экземпляр. Опа, подожди, друг, подожди, я тебе покажу нашим друзьям западных регионов. Подожди, что, подожди, подожди. Вот такой вот экземплярчик. Это уже очень хороший экземпляр. Блесеночка вот такая вот. 2 грамма вес. Вот. Ну, неплохо, неплохо, я считаю. Подожди, я тебя сфотографирую, дружище, и отпущу. Иди, 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 все. Нежные они. Вздыхает, очень быстро засыпает. Ну, в общем-то, это хорошо. Экспресс, рыбалочка на микрушечку. Я считаю, неплохо. Опа. Хороший экземплярчик был, да? Как раз, смотрю, они в ту сторону пошли, и я туда сделал заброс, и, походу, один из них попался на уловку на мою.